Всем приветики. Недавно я открыл новый кейс Lucky Box. Один-единственный раз открыл, и мне из него выпал вот такой вот пистолет. Классно выглядит. Он и на вид классный, и рисунок у него классный. Такая вишня на нем, лепестки сакуры на нем нарисованы, и сами цветки сакуры, он так красиво выглядит. Фиолетово-синий и золотые у него мушка, прицел и курок. И самое главное его фишка — это когда его осматриваешь, с него летят лепестки сакуры, и после перезарядки тоже летят лепестки. То есть вот когда стреляешь и перезаряжаешься, полетели лепестки. И при осмотре тоже летят лепестки. Вот как-то так это выглядит. Со стороны он смотрится вот так вот. Золотой курок, прицел и сама мушка. Сам он такой черно-синий с цветами фиолетового. Ну и сами цветки сакуры и лепестки. Вообще круто, как бы это мой единственный пистолет в игре, который у меня такой был, с анимацией, которая происходит при перезарядке или осмотре. Это круто, мне очень нравится, классный скин, вообще круто, очень круто. Вот такая вот крутая пушка. На этом все, всем покедова.